Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые жители Динского района, станицы Динской. По мере возможности я, конечно, стараюсь и сам лично следить за сообщениями, отзывами, обсуждениями в социальных сетях. И последнее, буквально недавно я обратил внимание, насколько жарко обсуждается идея администрации Динского района о проведении Дня района, Дня станицы в онлайн-формате. Вижу самые разные отзывы с инициативой перенести этот праздник и многое другое. Но хочу вам сказать свое мнение и все-таки объясниться, почему позиция именно такая. На сегодняшний день вся Кубань, как и многие регионы России, практически все, находятся в карантинных мероприятиях. И мы поэтапно из этого режима выходим. Выходим довольно-таки медленно. Количество заболевших края каждый день подтверждается, в том числе и в муниципальном образовании Динской район. Безусловно, мы выйдем из карантина, но при этом я, честно скажу, сомневаюсь, это мое мнение, в том, что массовые мероприятия в ближайшее время будут разрешены. Естественно, мы понимаем, что перенос, скорее всего, будет на какой-то долгий период. Безусловно. Мы обязательно проведем все торжественные мероприятия в том формате, в котором проводим их каждый год, а может быть даже и шире, ровно тогда, когда появится эта возможность. Сама дата 11 июня при этом не перестает быть праздником. Это праздник, который утвержден законом. Поэтому мы приняли решение в режиме онлайн, в онлайн формате, скажем так, с учетом социальных сетей и всего подобного, все-таки провести, обозначить данный день всякого рода разными торжественными моментами, в том числе украшением улиц, в том числе какими-то флешмобами в рамках онлайн режима, какими-то конкурсами и многим другим, чтобы задействовать и, соответственно, большее количество детей в этом всем мероприятии. Все-таки этот праздник, пускай вот так онлайн отметить. Безусловно, как только появится возможность, и мы все поймем, что такой формат проведения Дня района возможен, мы обязательно сразу же назначим дату проведения торжеств. Торжеств по случаю Дня района и Дня районного центра, соответственно. Очень многие, значит, участвуют в этих обсуждениях. Это значит, что действительно все любят свою малую родину, не безразличны к тому, что происходит на улицах, что происходит в обществе, скажем так. И с большим желанием, безусловно, участвуют каждый год в этих праздничных мероприятиях. И я вместе с вами верю и очень хочу, чтобы все у нас получилось и наступил тот период, когда все-таки разрешат все массовые мероприятия. И, безусловно, мы отметим праздник на том же самом уровне, может быть, даже еще и с большим размахом. Спасибо большое за внимание. Всего вам доброго.